И сегодня один из них рассказал по телефону о том, как проходило лечение. Еще в марте мужчина с супругой вернулись с горнолыжного курорта. И через неделю после приезда из Австрии семейной паре поставили диагноз COVID-19. Сейчас мужчину выписали из областной инфекционной больницы. Слова благодарности тюменец передает всему медицинскому персоналу. Но по понятным причинам он попросил не указывать его персональные данные. Через неделю поднялась небольшая температура в районе 37,2. Позвонили в поликлинику, ну, выписали антибиотики. Через 10 дней взяли повторные анализы. У нас уже была небольшая температура. Анализы оказались положительными. Позвонили и сказали, мы вас увезем в больницу. Ставили внутривенные антибиотики, противовирусные таблетки. Каждые 3 часа температуру мерили, ингаляции делали. Дышали 4 раза в день, 8, 12, 16 и 20. Отдельная палата, изолированная. Персонал очень хорошо относился, правда, мы их в глаза. Последний раз только, когда выходили, увидели там сестру и врача, потому что они ходят в таких специальных костюмах. К сожалению, тяжело узнать только имя, отчество. Наверное, если я сейчас их встречу, я не узнаю. Большое спасибо им хочется всем передать за хорошее отношение.